Три школы Ненасминского муниципалитета, в которых прозвенел последний звонок, объединяет флешмоб. Номинации учителям юмористические номера и сценки. Так справляют свой последний звонок выпускники Ненасминской школы номер один. Յոթանասուն իննը այսպիսի շրջանավարտ տվել է այս դպրոցը և որոնք տարբեր գիտության, աշխատանքային տարբեր բնագավառներում միշտ բարձր են պահել դպրոցի պատիվը։ Ցանկանում եմ ձեզ նույնը։ Հաջողություն ձեզ։ Танцы поздравления и слайд-шоу с карикатурами выпускников и учителей. Это грузинская школа города Ненасминда. А в школе номер 2 выпускники вступили в будущее атрибутами из прошлого. Несмотря на то, что остальное было все по-современному. Зарубежная музыка, песни и армянская традиционная кочари. Первым выпуском русской школы. Наши выпускники успешно проявляют себя во всех сферах нашей жизни. Среди выпускников нашей школы очень много, ну не то что очень много, но есть ученые, есть кандидаты наук, есть врачи. В 2016-2017 учебном году в Ненасминском муниципалитете заканчивают школу более 350 учеников.